Друзья, всем привет! С вами Михаил Рудеев, и вы снова на канале Boston Technic. Сегодня у нас на обзоре, а также на реализации вот такой высокопроизводительный красавчик John Deere S770. Комбайн в идеальнейшем состоянии, состояние новой техники. Год выпуска 2020. Сейчас посмотрим по шильдику более точно. Техника в идеальном техническом состоянии, полностью обслужена, наработка минимальная, текущая наработка на сепарации 145 моточасов на двигателе 270. Двигатель на данной модели 9-литровый John Deere PowerTech. Номинальная мощность 380 лошадиных сил, максимальная 430. Комбайн роторный. Бункер на 10 500 литров. Друзья, резина в идеальнейшем состоянии. Без каких-либо повреждений. Задняя. Протектор в великолепном состоянии. Также, друзья, напомню, в нашей компании Boston Technic технику и оборудование можно приобрести как в лизинг, так и кредит. За наличные средства и без НАО. Друзья, все в идеальном состоянии. Прицепное, кстати, оборудовано камерой. Все отчетливо видно на видео. Так, друзья, ножи измельчителя в идеальном состоянии. Так, балка. Состояние резины с другой стороны. Все отчетливо, прекрасно видно. Наклонка, друзья, оборудована системой защиты, камнеуловителем. Также, друзья, данная модель комбайна оснащена датчиками урожайности. Датчиком влажности.
Друзья, поднимемся в кабину, произведем осмотр. Сейчас, секундочку. Так, поднялся. Кабина просторная, широкая. Прекрасный обзор. Остекление все цело, без каких-либо сколов, царапин и так далее. Так, рулевая колонка, пульт управления. Все, друзья, в идеальнейшем состоянии. Также, друзья, кабина оборудована холодильником. Открывается с двух сторон. Повторюсь, наверное, в третий раз. Техника в идеальнейшем состоянии. Поэтому, друзья, все, кто заинтересовался, звоните, пишите, обращайтесь, задавайте вопросы. Будем рады на них ответить. Кстати, друзья, сейчас мы еще пройдем с вами к жатке. Сейчас, секундочку, спущусь. Комплектации, друзья, жатка 725X, зерновая, ширина захвата 7,6 метра, с выдвижным рапсовым столом. Также комплектуется длинными делителями. Друзья, все в идеальнейшем состоянии. Карданные приводы. Гидроразъем, также комплект стеблеподъемников. Также гидроцилиндры для выдвижного рапсового стола. Шнек в идеале, мотовила по штригелю, в принципе, все видно, что все в идеале. Ножи, сам стол, нержавейка в прекрасном состоянии. Друзья, вся техника состояние новый. Кто заинтересовался, звоните, пишите, задавайте вопросы. Кому будет достаточно персональный осмотр, заведем, запустим, все увидите своими глазами и примите на месте решение. Всем спасибо за просмотр данного видео. Пока-пока.